Наконец-то я расшифровала, что означает размер XXXL на одежде. И что ты там поняла? Хватит хавать, харя лопнет. Надо же это так все повернуть, вывернуть и придумать это все. Метро Чикалкин. В народе разважальной программе. Розыгралы! Роман Васильевич. Да. Это комиссар Жевский. Вы в курсе вообще, что происходит в уверенном вам агентстве, а? Кто? Почему я не могу спокойно отдыхать за границей? Вынужден переживать из-за вашей вот этой вот сотрудницы, а? А что за сотрудница? Людмила Витальевна, я ж дал ей ключи, чтобы она сдала квартиру на долгий срок. А оказывается, она посуточно их сдает. Что за безобразие, а? На какую это, сказать, голову это налазит, вы мне скажите? Подождите, а что за квартира? Я даже не в курсе. Ну, на улице Пролетарской, 16А. Во флигеле, в пристроечке, понимаете? Людмила Витальевна? Людмила Витальевна представилась от вашего агентства, дала какую-то бумажку, типа, так сказать, с телефоном. Я отдал ей ключи, а теперь соседи пишут, что там подозрительный шум какой-то из моей квартиры по ночах. Подождите, а номер, подождите. Давайте разбираться. Да. Потому что я не в курсе. Смотрите, вот представилась от вашей, так сказать, галереи недвижимости, да? Сказала, что все чин-чинарем, чики-пики, жуки-пуки, тыры-пыры, нашатыры. Говорит, не бойтесь, так сказать, все будет в ажуре. Я спокойно себе влетел на отдых. А какой номер у телефона у нее? Так в том-то и дело, тут затерто как-то, понимаете, не пропечаталось. Оно видно на каком-то принтере некачественном. Только ваш телефон как руководителя агентства. Вы можете ночью сходить проверить, в чем там дело, а? Подождите. Я вам дам телефон участкового, устройте там засаду. Вы не поняли, у меня на договорах моих телефонов нету личных. Так вы в том-то и дело, я говорю, это на какой-то бумажке написано было от руки, какая-то курица, судя по почерку, писала. Ваш телефон более-менее разборчиво, а ее вообще непонятно. Не могут ее найти вообще с концами. Людмила... Меня Людмила Витальевна. Понимаете, соседи сверху говорят, что я их залил. Как я мог залить соседей сверху? Говорят, у них на полу лужа. Понимаете меня? Днем какая-то возня, какие-то звуки перфораторов. Я по телефону просил подняться ко мне в квартиру соседей, он боится, что его там засверлят. Это бред. Так в том-то и дело. Смотрите. Подожди, как ваша фамилия? Комиссар Жевский. Леонид Эммануилович. Вы издеваетесь или это розыгрыш? Да, какой же розыгрыш? Роман Васильевич, струится из моей квартиры какой-то веселящий газ и передает поздравления именинников по радио. Представляете? Роман Васильевич, весь дружный коллектив вашего агентства поздравляет вас с днем варенья. Спасибо. Просит держать улыбочку шире. Спасибо, розыгрыш, конечно. Ну, мы старались. Уже надумал звонить сутрудник. Оставайтесь таким же жизнерадостным, толерантным, выдержанным. Да, всем сотрудникам большое спасибо. Приеду, поздравлю их. Обязательно, да, они вас ждут. Да, давайте, спасибо. Счастливенько. Замовлення розіграшів за київським номером 253 253 2.